Склонность к агрессии и взрывной темперамент очень характерны для владельца этого имени. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Они не действуют по шаблону, а всегда стараются найти собственный и усовершенствованный подход к чему-либо. Буквы Н приносят в характер отрицание и сомнение. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Наилучшие дни для реализации всех надежд и планов для этого имени те, которые в сумме единица. Звук Н в имени этого человека считается знаком протеста. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решение и замедляет реакцию. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Люди, имеющие букву З в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.